что вы сделали в пользу меда подарок, в связи с чем такой вот выбор? Вот, и ваше пожелание организаторам. Ну, во-первых, я услышала про акцию по радио, приехала, и когда увидела Радьков, я очень обрадовалась. Почему? Потому что, ну, наверное, года два там назад была подобная акция, и я покупала мед у Радько, извините, я имя отчество не помню. И мед очень хорошего качества, была очень довольна. Я ему очень благодарна. И сейчас я еще раз хочу сказать огромное спасибо. Вот, и от лица всех белорусов за такую приятную акцию для наших людей. Пожилых особенно. Здоровья вам. Спасибо. Ну, а Рискову вы не видели еще? А, тогда я видела. Видели, да? В прошлый раз я видела. Я тогда оставляла благодарность ему. Вот, разговаривала и выражала благодарность устно видела. Понятно. Спасибо большое. Обязательно передадим. Огромный привет, все благодарность, вам. Пожелание наилучшего здоровья. Хорошо. И чтобы пчелки его жили и работали вот так, много меда. Ну, видите, цена очень доступная для мечей. Очень доступна, да, очень доступна, конечно. Здоровья вам. Всего доброго. Спасибо вам. Царь-мёд в Минске. Теперь 39 тысяч за кило. В здании музея Великой Отечественной войны. Площадь Октябрьская.